Всем добрый день! Сегодня мы посадим семена перца бычок крупноплодного на рассаду. Сажать будем яичной шкарлупы. Семена перца проросли. Тут 100% прорастание. Держал я в теплой воде, в теплом месте. Сегодня будем сажать вот такие яичные шкарлупки. Для этого мы взяли яичные шкарлупки. Прежде чем заполнять землей, надо пробить внизу дырки. Вот так. Взять ручку. Вот видите, пробить дырку, чтобы лишняя влага уходила отсюда. Если не пробить эти дырки, то влага будет застаиваться, корень будет подпревать, и рассада наша пропадет. Эти я уже пробил, заполнил землей, а это оставил для показа. Вот, пробиваем дырку. И заполняем землей. Землей заполняю, надо немного трамбовывать. Вот. Все. Садим сюда наши семена перца. Поправим немного. Прежде чем садить семена, надо, чтобы почва была влажная. Мы ее немного смочим. Лотки эти сделаны так. Это яичные лотки на десяток яиц. Это у меня, я отрезал, как подставка получилась. В самом лотке я дырки тут не пробивал, потому что лишняя влага будет уходить в лоток, это бумага, так что заставиться она мне не будет. Но я еще раз говорю, перед этим надо в яйцах пробить дырки обыкновенной ручкой. Теперь садим наши семена. Вот они уже, видите, проросли. Семена влажные. Можно где два посадить, где одну. Эти мы посадим в другие шкарлупки. Вот так они у нас выглядят. Теперь берем землю и сверху немножко засыпаем землей. Сильно много засыпать не надо. А чтобы не рассыпать, вот так сделаю. И слегка чуть-чуть утрамбовать. У меня есть ролики, где я сажал прямо в яичные лотки, но в шкарлупах есть одно превосходство. Когда садишь в яичные шкарлупки, есть одно превосходство. Мы потом не пикируем рассаду перца, а делаем перевалку. Берем яйцо это уже с выросшим отростком, слегка раздавливаем в руке и пересаживаем в большую емкость. Теперь это все польем опять теплой водой отстойной. Подкармливать первые 14-15 дней, когда взойдут всходы, не нужно. Берем вот такую пищевую пленку и укрываем наш лоток.
Вот так, укрыли наш лоток и ставим в теплое место. Температура должна где-то 22-25 градусов. Когда взойдут всходы, мы уберем пленку. И они будут самостоятельно развиваться. Когда они уже подрастут, выпустят настоящие листья, где-то 4-5 листьев, мы сделаем перевалку. Больше емкости. На этом пока все. Пока.